Всех приветствую на своем канале. Это видео будет о моем отзыве о шоколаде для One and Savory. Вот такой шоколад, 100-граммовый пакетик от Savory. И я с ним собираюсь принять ванну. О чем потом вам расскажу, то бишь скажу свой отзыв, свое мнение, как он взаимодействует с моей кожей, ну и понравилось мне или нет. Я думаю, это шанс продемонстрировать вам мою новую клавиатуру, где все клавиши очень даже сочетаются с моей операционной системой Linux Mint Mate 17.3 Rosa. Вот так вот она выглядит, когда вы набрали ванну. Вот все, что от него осталось. Что хочу сказать. Я сегодня ездила, частично пешком ходила в пригород местный к родственникам. И пришла, сделала ванну. 20 минут полежала в ней. Меня так расслабило, что я в ближайшие 4 часа вообще ничего не хотела делать. То просто сидела и смотрела аниме. Ну, что хочу сказать, очень хорошо расслабляет сам аромат, я не сразу поняла, что он идет именно из ванны, это как тут и сказано и в составе, и что у нас тут в составе, это сухое козье молоко, экстракт ванили, сливки и какао-порошок, и вот этой ванилью очень-очень приятно пахло, я вообще люблю запах аромата, вообще все, что связано с ванилью, вот именно вот как духи там или еще что-то такое. И когда вы лежите в ванной, вообще кайф классный. Мало того, что очень приятно пахнет, тонко и нежно, но еще и остается аромат на коже, когда выходишь из ванной. Шоколад практически полностью растворился. Немножко так уже осталось, а вот когда я качала ванну на стенках ванны. Но, в принципе, особой проблемы в этом нет. Но это же какао-порошок, а не быстро растворимое, что-то такое. Очень классно взаимодействует с кожей. Мало того, что вот действительно, ну, где-то час или два у меня на коже оставался этот, вот уже не пахнет, этот нежный аромат ванили. А во-вторых, кожа очень, не сказать так, что вот совсем такая увлажненная, она мягкая, нежная, я бы даже сравнила, вот такая бархатная, не знаю, с чем такое сравнить, но мне кажется, что все-таки вот это вот средство, это для чисто конкретного такого расслабления, не принял ванну и пошел куда-то по делам. Потому что, ну вот если вы ждете гостей и полежали в такой ванне, то да, у вас настраивается на такой лад, тут, ну, расслабление, хорошая компания, любимое дело какое-то, хобби. Но вот если бодриться, то я думаю, это не тот вариант. Это вариант какого-нибудь выходного дня. Это не минус, конечно, это очень большой плюс. Мне очень понравилось вот все вот это вот. Все это средство, я еще, оно стоит, в принципе, 60 рублей за 100 грамм, я подумала, что-то если самой делать, ну, во-первых, сухое молоко, кусь я не знаю, где брать. Если заменить его на обычное молоко, то по себестоимости это выйдет намного дороже, чем вот купить вот такой маленький пакетик. Вам очень советую, вот тут написано, что, в принципе, для принятия ванны необходимо 100-200 грамм шоколада. Ну, мне вот 100 грамм за глаза и уши хватило, я весь пакетик в пакетике 100 грамм туда и вылила. Я очень-очень довольна таким продуктом, и вам я его тоже советую, особенно тем, кто любит расслабляться в ванной, или, допустим, даже поспать в ванной. У меня такое часто случается, если пена для ванн вкусно пахнет, или вот соль для ванн, или еще что-то. Вот у меня такое было с молочком для ванн от Savory, то, которое с ромашкой, и вот это вот шоколад с ванилью. Если вас напрягает аромат ванили, то на сайте, насколько мне известно, есть в магазине, в этом интернет-магазине Savory, и какими-то другими ароматами, тоже шоколад, и я ссылку под видео оставлю на сам сайт, этот раздел, где шоколад, да, и на именно вот это средство. Проходите, покупайте, я думаю, что вам тоже понравится. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!